В Москве впервые проходит форум местных отделений «Единой России». Дискуссионные площадки собрали 2500 делегатов и несколько сотен журналистов. В обсуждениях приняла участие и Орловская область. Основные вопросы форума – это предварительное голосование перед выборами в Госдуму и новые формы антикоррупционного законодательства. Что касается главной темы, то предварительное партийное голосование «Единой России» будет объявлено в следующем году, 22 мая. В нашей стране оно пройдет впервые. Свои вопросы о процедуре проведения на форуме участники смогли озвучить федеральным уполномоченным партии. За нашим регионом закреплен председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров. В декабре он намерен прибыть в Орел и встретиться с региональными представителями лично. Когда ты понимаешь объективную картину происходящего в регионе, состояние регионального отделения, ты, конечно же, можешь принимать взвешенные и продуманные решения, конечно же, вместе с однопартийцами, с теми людьми, которые живут и честно трудятся в Орловской области. Участие в форуме примет и председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подробнее о встрече вы узнаете из выпуска новостей завтра. Наша съемочная группа продолжает работать на форуме в Москве.